Всем привет! Вы на канале Одесса Лайф. С вами Максим. Мы находимся на улице Приморская. За моей спиной лесенка, по которой мы сейчас будем подниматься через сквер Жана Лебур на бульвар Михаила Жванецкого. Ну что, погнали, посмотрим, что там интересненького. Тут, как обычно, мазня, а тут свалку организовали. Ну что же, я тут немножечко уже поднялся, почти до середины. И вы видите, в каком состоянии все пребывает. Но я помню, что здесь вроде бы как всегда так было. Может, когда-то и доберутся до этого места, облагородят его, сделают таким же красивым, как Стамбульский парк и рядышком Лунный парк. А пока вот такая ситуация. Ух, наконец-то я добрался наверх. Заборчик. И такая надпись. Вроде как ворота открыты. Но что тут делается, непонятно. И что тут будет делаться, но закрыто. А вот то здание, ювелирный завод, может, не знаю, расширяет или реставрирует его, или он вообще рабочий, даже не в курсе. Если знаете, напишите в комментариях. Самое интересное, что закрыто, и не только тут, а там дальше тоже закрыто. Короче, везде пообрастало все какими-то заборами. Что тут строят или реставрируют. Вон, людишки активно перелазят через забор. Ну и мы посмотрим, что там. Ну, собственно, закрыто. Ну, я не понимаю, конечно, что здесь происходит. Дальше я идти не собираюсь. Но что-то происходит. Может, действительно будут реставрировать. Ну, чтобы вы понимали, это я поднялся наверх.
бульвар Михаила Жванецкого. Тут как-то все обросло заборами. Такие вот дела. Спускаюсь вниз к своему мопедику. А вы оцениваете видео, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, хорошего настроения!